Жильцы одного из московских домов решили отказаться от услуг управляющей компании. В отместку, руководство фирмы натравило на них бородатых чоповцев. После потасовки с заботливой службой безопасности, жильцы вызвали полицейских, которые, несмотря на жалобы и предоставленные документы, не стали предпринимать никаких действий. Только через несколько дней, когда жильцы обратились к федеральным СМИ и правительству Московской области, к ним приехал высокопоставленный полицейский и организовал досмотр лиц кавказской национальности. У них нашли рации и травматические пистолеты, что стало поводом для транспортировки наемников в отдел полиции. Будете сейчас женщину трогать? Нет. Ну тогда отойдите. Тогда отойдите. Куда ты меня хватаешь? Ты что? Дай-ка. Забери. У тебя что, такой дух, что ли, а? Ты же один пришел слева. Я пришел против толпы, понимаешь? А что ты пришел против толпы? Почему у тебя на одного тогда, а? А на кого? Мы или баллончиками, а ты что, думаешь, честно? Мы или вы? Я баллончиком. Ты что, хочешь? Да, в принципе, что должен, да? Давай выйдем, давай на выйдем. Ты что, у нас такой момент? Давай. Вы сами сюда пришли. Давайте полицию вызывать. Что за бред? Конечно, полицию вызывать надо. Давай. Больше звонков, быстрее приедут. Вызываем полицию. Стрелять не буду, я бить буду, понимаешь? Вы что, такие все такие, а? А за что вы будете бить? Умные, что ли, а? Бурзы. Вы сами сюда пришли, еще нас бьете. Ты посмотри, чего. Украли у него что-то лично. Если какой-то